Всем привет! С вами канал Космостар. Знаменитый актер Александр Тютин исполнил более 150 ролей в кино, а запомнился зрителям как суровый злодей. Талантливый и харизматичный. Из одаренного школьника, математика Тютин стал успешным актером и о своем выборе нисколько не сожалеет. Правда, об актерском таланте узнал, будучи студентом Московского энергетического института. В личной жизни Александра Тютина тоже все непросто. А недавно вообще стало известно, что у него есть внебрачная дочь. Громкая была история, но обо всем по порядку. Известно, что свою первую жену Александр Тютин встретил в возрасте 18 лет. Известно, что Татьяна также служила в театре «Игроки». Молодые и талантливые люди быстро сблизились, однако семейные планы нарушили политические события. Когда Александр и Татьяна были на гастролях в Канаде, произошел путч. Если Александр решил вернуться домой, то Татьяна выбрала жизнь за границей. Так что брак оказался коротким, а развод – неизбежным. Кстати, девушка была беременна, но по медицинским показаниям беременность пришлось прервать. С помощником режиссера и журналистом Ириной Каширской актер сблизился после разрыва с первой женой. В Россию влюбленные приехали парой, а отношения зарегистрировали только спустя 10 лет гражданского брака. И вот уже больше 25 лет они счастливы в браке. Единственная досада – отсутствие совместных детей. Оказывается, у Александра Тютина не может быть детей по медицинским показаниям. Супруги планировали усыновить ребенка из детского дома, но столкнулись с бюрократией и не справились. Так они остались вдвоем, в их доме царит мир и идиллия. А вот та громкая история с внебрачной дочкой приключилась в 2018 году, когда любовница и костюмерша Тютина Мария Жуковская на всю страну заявила, что у него есть внебрачная дочь. Сам актер не стал отрицать связь с костюмершей из Одессы и сразу поверил в слова о наследнице. Тем более, всегда мечтал о наследниках. Даже втайне от жены отправлял ей деньги в помощь. Неизвестно, как долго бы продолжалась эта темная история с переводами денег налево из семьи, если бы незаконная жена актера. Женщина заметила частые денежные транзакции на неизвестный счет. После откровенного разговора актер признался в супружеской неверности и наличии внебрачной дочери. Ирина сразу усомнилась в отцовстве Александра и потребовала провести тест ДНК. После долгих препирательств Мария Жуковская согласилась на такое исследование. В итоге выяснилось, что дочь костюмерши не имеет кровного родства с Александром Тютиным, а ее мать все придумала ради денег и пиара. Вот так обман открылся. Ирина Каширская является истинной хранительницей семейного очага. После откровенного признания мужа в измене, женщина смогла сохранить семью и отстоять супруга. Ирина не только публично разоблачила ложь ушлой костюмерши, но осталась с супругом. Сегодня эта скандальная история осталась в прошлом, а Александр Тютин остается образцовым мужем и семьянином. Сегодня Александр Тютин продолжает сниматься в кино. Ему исполнилось 59 лет, а в канун своего юбилея выглядит бодрым и жизнерадостным. В таланте заслуженного артиста сомнений не возникает.